push away again. Bernardo Silva arriving, Haaland arriving. Haaland! Oh, it's another classic! It is another miracle! Больше трех лет назад 0-0 Бавария не играла ни в одном турнире. Ну что ты не веришь, что сегодня они сыграют 0-0? Холланд! Опамекано! Все-таки сыграл за Манчестер Сити! Так старался! Тим, который провел главный разучий, было засадной хибой. Тарел Эрлинг Халанд, добрая позиция Эрлинг Халанд, а цесте к улучшению своего членского учту. А Эрлинг Халанд такле придава свой 16-й летошний засах в Премьер Лиг. Холланд. Он входит в штрафную площадь, мягко набрасывает удар, 2-0! Бернардо Силва! Lovely take by Haaland, supported by De Bruyne. De Bruyne shoots! Oh, brilliant! How about that for Lovely? Скидка, и вот Холланд, удар 3-0. В первый раз в этом матче Эрлинг Холланд наконец-то отлепился от Де Лихта. Холланд, Арес. Гвардиоль проиграл. Да, были вот эти победы с Челси. Холланд, lovely. Good new one. Brilliant. Just couldn't get it out of his feet at the end. И еще один подбор пытался обеспечить Павару по Меканону. В игре на Олд Траффорд здесь Холланд сбрасывает мяч здорово на Грилиша. De Bruyne finds a gap to Gundogan. He finds Haaland. Back to Gundogan. If they need to scrap a game out, they can scrap it. If they want to play open, expansive football, they're the best at doing it. На Стоунзе это нечто абсолютно удивительное. Холланд перекидывает мяч на Грилиша, тот снова штрафной удар, и на этот раз... Классная статистика, 12 ударов в госполе, зараз контратака, передача на Холланда, Холланд! 2-0. Яке ж легке покарання, Ерлінг Холланд, скільки в нього там дотиків, що він... So dangerous, Haaland's first touch is great, second is even better! Two goals to the Norwegian, three... Yes, they've got some tricky games, but at this level. What a touch from Foden. Haaland! 49 and counting for this outstanding. Reiner in there. Haaland's battling. Haaland's scoring! Вратарю, в общем, угловой уже разыгран. Подача, удар, Бласвик, удар, 6-0. Пять мячей Эрлинга Холланда. Пять голов. Холланд. Родри, удар! Гвардиола's offered this game. Here goes De Bruyne. Неактивный прессинг. Еще двое подбирают отскоки, вроде Гюндогана. Холланд расставил. Strength from Haaland. Now he's off to the races. Erling Haaland in for Manchester. Haaland. Maybe it's Haaland's turn to run now. Erling Haaland looking for room. Given away to Grealish. It could be a gift. Haaland wants it. Haaland has it and scores against his home City club. Работает над своими ошибками, потому что удар... Ох ты! Кевин Де Брюйне 2-0! Кев Де Брюйне от перекладины... Подає до штрафного майданчика, Фоден не зміг пробити, Холланд пробиває і забиває. 2-0, Манчестер Сіті, 29-та хвилина. І... Удар поворотом, счет становится 3-0. Було... 2 into the second half in that one. Here's Haaland. De Bruyne! 3-0! Haaland. Grealish, Haaland again. Two for him.
3 for Manchester City. Холланд. Немыслимо. 5-0. Покер Эрлинга Холланда. Покер. Покер. І головна його риса, власне, чому він з'явився в цьому клубі, це вміння. Гріліш, Холланд, удар сумасшедшей силы, еще добавить хотел Гюндоган. Гюндоган for Haaland. Goalkeeper hesitates, Erling Haaland tries to chip it. Холланд. Гласвик на месте. Premier League, Champions League and FA Cup treble, which is a real incentive for them, and they were outstanding. Chance to get back, breathless. So Ivan Toney with two. 6 у него ударов створ в 25 матчах. Ну вот посмотрим, как себя сегодня. Тяжкая práce про Роберта Санчеза и Эрлинг Галанд. For Manchester City. Этого матча. Эрлинг Холланд, левая нога, Холланд, без шансов. Эрлинг Холланд, гол номер 28 английской премьер. Холланд разбегается, мощный разбег, удар, и Бернт Лену угадал направление полета мяча, и даже практически показалось... Удар, 1-0. All competitions. And never a doubt. Tucked into the bottom corner. Despite even... А второй раз не простил. One bit. Но вот эти стыки и вообще противостояние с Эрлингом Холландом. Эти голкипера по разным углам. Важнейший гол. И back when. What a striker.